Приготовим банановый мусс с карамельным соусом. Для этого нам понадобится 25 грамм коричневого сахара, 10 грамм сливочного несоленого масла, 140 грамм жирных сливок, немного сока лимона, банан, который предварительно я положила на 2 часа в морозилку, и горький шоколад. В сотейнике с толстым дном объединим сахар, 40 грамм жирных сливок из общего количества и масло. Поставьте сотейник на плиту со средним огнем и помешивайте, пока сахар не растворится, а масло не растает. Все ингредиенты растаяли. Теперь будем помешивать еще на протяжении 2 минут. Для этого я включаю таймер. И продолжаем так готовить. Соус карамелизировался, теперь снимите его с плиты и дайте ему остыть. В блендере соедините оставшиеся сливки, добавьте пол чайной ложки лимонного сока и порежьте банан. Перемелите содержимое до состояния густого крема. Вот что у нас получилось. При помощи силиконовой лопатки смажьте остывшим карамельным соусом стенки бокала. Перелейте в бокал банановый мусс. Вылейте сверху мусса оставшийся карамельный соус. Деревянной палочкой слегка перемешайте мусс и соус. Десерт готов. Теперь его надо будет остудить как минимум несколько часов в холодильнике. Я же оставлю его на всю ночь и буду пробовать с утра. Всем приятного аппетита!